Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820. В эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Программа «Цена победы», «Цена революции». Ее ведет сегодня Михаил Соколов. И со мной сегодня в студии доктор исторических наук, профессор, наш гость из Тамбова, Лев Протасов. Вы можете включить также на сайте CityVisor и посмотреть на нас. Сегодня мы продолжаем наш разговор о неудачном опыте российского парламентаризма времен революции и гражданской войны. Продолжаем разговор об учредительном собрании. Наш гость, автор как раз книг, на мой взгляд, лучших о истории учредительного собрания, о людях учредительного собрания. И я хотел бы начать наш разговор, Лев Григорьевич, с того, вот, с чего, собственно, начиналось в 17 году. Правильно ли я понимаю, что выборы в учредительное собрание были одним из пунктов соглашения между Временным правительством и Советом рабочих и солдатских депутатов? Да, именно так. Добрый день, радиослушатели. Именно так было в ночь на 2 марта 1917 года в пункте 4 договоренности, соглашения между Временным комитетом Государственной Думы и делегацией исполкома Петроградского совета было оговорено, что Временное правительство незамедлительно, невзирая на условия войны, обеспечит проведение всеобщих выборов на основе прямого, равного, тайного избирательного права в учредительное собрание, которое и определит форму правления, форму государственного строя в России. А как тогда объяснить? Вроде все были согласны, споров принципиальных не было, и тем не менее был такой низкий темп реализации этого сговора. Месяц собирали экспертов для составления закона и так далее. Ну, вероятно, здесь сыграло роль желание, так сказать, обеспечить полный правовой статус. Все-таки эта идея учредительного собрания пришла не откуда-нибудь, она еще заимствована из арсенала Великой Французской революции. И здесь, когда речь шла о смене самодержавного строя, замене его правовым строем, гражданским обществом, все было готово вроде бы к этому, потому что идея учредительного собрания витала давно, с Первой русской революции она уже проникла и укоренилась в массовом сознании, поэтому другого варианта как будто бы и не предвиделось. Вопрос только в том, в какой форме это могло произойти. Ну, а дальше опять-таки, я думаю, что здесь было переплетение каких-то обстоятельств, объективных и субъективных. Даже вот если взять кадетов, я вот знаю, Андрей Николаевич Медушевский здесь выступал. С одной стороны, безусловно, желание провести выборы таким образом, чтобы полностью были обеспечены гражданские права, чтобы все получили такую возможность принять участие в голосовании, как говорил Вишняк о водовозове, что он озабочен тем, где найти грамотных людей для голосования 90 избирателей на новой земле. Абсурд, конечно. С другой стороны, конечно, имело место и политиканство на этой почве, потому что чем дальше, тем больше объяснялось, допустим, что учредительное собрание при такой формуле всеобщего избирательного права, допустим, может привести к победе экстремистов. Или, во всяком случае, шансы кадетов будут в значительной степени потеряны. То есть вы хотите сказать, что частично большевики были правы, когда критиковали кадетов за то, что они как бы затягивают? Да, безусловно. Кадетские юристы держали это в руках. Они даже ставили вопрос на своем съезде партии, по-моему, на 10-м, о том, что им нужно обязательно сохранить, нужен пост министра внутренних дел, потому что в руках этого министра все дело производства по организации выборов. И поэтому здесь еще раз говорю, здесь, конечно, и чисто профессиональный их подход, да еще с оттенком мессианства показать так всему миру, как это будет в России,
классическая революция демократическая. А с другой стороны, чем дальше, тем больше начинали действовать разного рода, конечно, соображения по поводу того, по поводу возможных итогов, безусловно. Да. И когда, прошу прощения, когда кадеты уже вышли из правительства, из Временного, а затем снова согласились в нее вернуться на призыв Керенского, они поставили условием отсрочки выборов в учредительное собрание. Ну вот выборы были назначены сначала на сентябрь, потом перенесены на ноябрь. Это роковая ошибка? Ну, это не роковая, конечно, ошибка. Просто в сентябре они были невозможны. И решение же ведь о том, чтобы назначить выборы на 7 сентября, было не то, что даже спонтанным, оно тоже было с оттенком сиюминутности. Я напомню, что дело обстояло таким образом, что готовилась грандиозная демонстрация, замышляли ее большевики, это было 14 июня 2017 года, под лозунгами уже антиправительственными, и даже «Вся власть Советам» уже появлялись лозунги. И чтобы выбить главное оружие из рук большевиков, оттяжку созыва учредительного собрания, вот Временное правительство пригласило Кокошкина, который возглавлял как раз особое совещание для изготовления проекта выборов избирательного закона в учредительном собрании. И там вспыл жару, как вот они и сами признают. Были назначены эти даты. Провести выборы в такой короткий срок, вот по полной программе, и подвести итоги через 13 дней было абсолютно невозможно. Поэтому ошибка, вот, может быть, была такой. Я не скажу, что она роковая. Она, конечно, тактическая, но и стратегическая. Стратегическая – это вообще, может быть, то, что решено было проводить учредительные собрания, вот, соблюдение всех правил и норм законности, по-европейски, что ли. Я в Европе считаю. Да, я напомню, что в нашей студии профессор Лев Протасов, говорим об учредительном собрании, ведет передачу Михаил Соколов. Вот о законе. Закон был, все признавали, самый демократический, разнообразные избирательные права были предоставлены, такие, каких не было даже в западноевропейских государствах. Откуда такое желание вот в неграмотной России, ну, что ли, дать возможность людям необразованным продемонстрировать свою политическую волю? Ну, полагаю, во-первых, из того, что сама идея учредительного собрания дошла до нас, так сказать, из Франции в руссоистском таком варианте, о том, что народ – это суверен, и он, так сказать, лучше всего разберется в том, какую форму правления ему. Ему только надо дать возможность высказаться. И на протяжении XIX века вот это все пропагандировалось. Затем это стало популистским лозунгом в период предшествующий первой революции. Но я скажу, что ведь идея учредительного собрания публично была высказана не в программах партии эсеров или меньшевиков, а во время банкетной кампании ноября 1904 года, которую организовали либералы по случаю 40-летнего юбилея судебных реформ, возврата к этим реформам. И тогда это требование прозвучало, и оно было именно в такой оболочке. Всеобщее избирательное право. Дальше уже отступать было нельзя. Первая русская революция уже возвела это в лозунг. И в 1917 году уже трудно было отказаться от этого. Ну, вот избирательное царя, право, например, было предоставлено в тот момент женщинам. Этого не было практически нигде. А как это повлияло вообще на ход кампании? Да, реально это не повлияло, конечно. Были сомнения относительно того, давать ли избирательные права женщинам. Причем сомнения эти высказывали социалисты, но, собственно, других и не было. Ну, и были и у кадетов, конечно, противники, скажем, Милюков, еще на учредительном съезде кадетской партии, говорил о том, что он может, так сказать, выйти из партии, если будет дано избирательное право женщинам. Хотя его жена, Анна Сергеевна, была одной из деятельниц суфражизма, борьбы за избирательные права женщин. Но социалисты выступали, потому что боялись, так они говорили, что женщины плачут по Николаю II. А особенно еще молодые девушки придут, вообще, так сказать, ни в чем не сведущие, и могут своими голосами передать через учредительное собрание жезл в руки монарха. Вот так было. Но нет, это не подтвердило это реальное голосование. А предоставление, опять же, избирательных прав военнослужащим, тогда вроде как было мнение, что военные должны быть вне политики? Это было мнение до февральской революции.
это действительно так, запрещалось военнослужащим всех рангов участвовать в политических партиях, естественно, до выборов они не допускались. А в феврале 17 года, в конце февраля, начале марта, когда именно гарнизон петроградский своими штыками, ну, своим выходом, просто переходом на сторону восставших, решил исход событий, уже иначе было невозможно. Иначе было невозможно, конечно, отказать в этом праве, потому что логика была сторонников представления избирательного права военнослужащим и даже снижение возрастного ценза до 18 лет, на чем настаивали большевики, логика была понятная и очевидная. Если они могут жертвовать, рисковать своей жизнью ради защиты Отечества, почему они не могут принять участие в определении ее, так сказать, мирной судьбы? Смотрите, я в вашей книге обнаружил действительно для меня новость. Оказалось, что голос военнослужащего был весомее, чем голос обычного гражданина в силу разных манипуляций с нарезкой округов. Так получается? Так, получилась такая картина, что, да, преимущества они определенные получали. Если в целом, допустим, квота была такова, что один депутат на 200 тысяч избирателей, потом немножко изменили в сторону, дали льготы Сибири, где редкое население, но все равно один на 179 тысяч для Европейской России, то для фронта была установлена норма один на 100 тысяч. Но затем, уже когда выборы состоялись, прошли, и определилась, так сказать, и роль армии, и в голосовании, и в событиях, которые тогда происходили, явочным порядком фронтовые съезды стали возбуждать требования о более широком представительстве. Оно было изменено, тем более, что большевики, в общем, охотно пошли навстречу этому. И норма была уже 75 тысяч, то есть в три раза даже выше, льготнее, чем для гражданских округов. С оговоркой только, что учредительное собрание санкционирует это изменение. Но до этого дела не дошло. Давайте об избирательной системе. Вот эта система выборов по спискам, не обязательно партийным, в округах. Опять же, откуда она взялась и каковы были основные правила? Ну, по этому поводу много копий было сломано в особом совещании. Она начала работать, по сути дела, с мая, и речь шла о том, какую систему избрать, пропорциональную или мажоритарную. Речь шла о том, так сказать, по партийному принципу или по беспартийному. Но в конце концов согласились на том, что если и есть какой-то момент для того, чтобы просто утилизовать политические настроения, способствовать просвещению политическому народу, то это должна быть партийная система. Ну и большинство партий, конечно, стояло на этой точке зрения. Представьте только, сколько в это время партий возникло. В выборах приняли участие 13 общероссийских партий и 31 национальная партия. Как вот без них? И практически не партийные избирательные объединения, они были. Они составляли, ну, примерно третью часть всех списков. Но реальных шансов они не имели. Реальных шансов они не имели, и по этим спискам тоже люди проходили и затем примыкали к тем или иным партийным фракциям. Олег Григорьевич, а вот правила регистрации этого списка, там, сколько нужно было подписи, нужно ли было... Элементарные, 100. И все. Ну, была установлена, разумеется, определенная фиксация, хронология поэтапная. Там, допустим, надо было, учитывая, что выборы окончательно были назначены на 12-14 ноября, значит, эти списки должны были быть уже зарегистрированы не позднее 12 октября. Вот в начале октября эти списки представлялись. 100 подписей должно было быть под заявителями. Затем должны быть обязательные согласия кандидатов, после чего, пожалуйста, дело поступало, заявка поступала в окружную избирательную комиссию, она принимала решение. Так что, когда Александр Васильевич Колчак, из-за того, что он находился в Сингапуре, не смог дать такую свою подпись, естественно, тогда не было возможности факсимильную или какую-то другую дать, а его выдвигали по Черноморскому флоту, то он был, в конце концов, отведен в качестве. Список был принят, но, так сказать, окончательно в
выборной кампании не участвовали. А могли отказать, скажем, вот как сейчас бывает, там из-за якобы фальшивых подписей как-то это проверялось или просто конечно, доверяли? Сколько угодно, да. Обычно, как правило, особенно в национальных округах, или вот, вернее, в округах с дисперсным населением, не в таких, как вот Рязанская или Тамбовская, поступало намного больше кандидатских списков. И особенно местных. Ну, местные списки представляли, как правило, какие-то, наверное, просто местные интересы, небольшая группа каких-то продвинутых людей, беспартийных, безусловно, просто какие-то местные нужды, вероятно, рассчитывали. Они, как правило, не проходили конкуренции. То есть уже на стадии регистрации? Да. То есть окружная комиссия рассматривалась в присутствии представителей всех кандидатских списков. То есть полная здесь гласность была обеспечена. А вот Ленин был под судом в это время. Как он сумел участвовать? Вставал вопрос о Ленине. Сейчас не могу сказать, кто возбудил этот вопрос, но он возник, но он автоматически отпал в связи с тем, что к этому времени большевики уже легализовались в качестве правящей партии. Ну, да. Суд не работал, по всей видимости. Да, интереснее другой, Михаил, связанный с Лениным. Он тоже юрист и как бы обязан был соблюдать права, но избирательный закон ограничивал право выдвижения 5 округами. 5 округами. Между тем, несколько человек были выдвинуты в 6 округах. Одним из них был Ленин. Их было всего 5, по-моему, человек. Значит, из сионистов был Борохов, Ленин. Кто-то, даже министр юстиции, не помню сейчас. Грозенберг, знаменитый адвокат, тоже в 6 округах. Но это уже просто следствие развала инфраструктуры. Уже нельзя было просто связаться и снять свою кандидатуру. Угу. Поэтому Ленин здесь не виноват. Но он нарушил закон. Да, хорошо. Вот скажите, я тут читал одну такую свежую мысль, что закон о выборах в учредительное собрание столь удачен, что его можно было бы применить хоть сегодня. Вы это можете себе представить? В каком смысле? Ну вот, ввести сейчас на выборы. Я скажу только одно. Избирательных технологий современных тогда не было. И это меня располагает в пользу той избирательной системы. Там, если возможно, были какие-то манипуляции, на стадии подготовки к выборам. Ну, например, можно было объединить списки либо до, так сказать, утверждения, чтобы обеспечить прохождение, либо уже, когда мы, так сказать, с вами утверждены как кандидаты, мы можем заключить соглашение о разделе, так сказать, голосов. А то есть такие двойные блоки, да? Да, частичные и полные соглашения. То есть мы свои голоса суммировали, и, соответственно, удельному весу наших голосов мы определяли. Но избирателю надо было заранее предупредить об этом, правильно? А это оповещала окружная комиссия. Она же издавала свои обязательные издания, выпускала. Развешивались все это на улицах. Нет, подготовка была очень солидной. Поэтому провести это в сентябре было просто невозможно. Скажите, а вот процедура голосования вот этими записками, со списками в конвертах, она гарантировала от фальсификаций? Да нет, конечно. Нет, на этой стадии ничто не могло гарантировать от фальсификаций, когда речь идет, тем более, о революционном времени, когда могут и солдаты, десяток-полтора, и потребуют, чтобы их включили в списки, или, допустим, целая воинская часть, передислоцировавшаяся. Нет, здесь все возможно было. Все это отделялось, отбраковывалось на следующем уровне, на уровне уездных и окружных комиссий. Там действовали очень жестко. Там попросту, где были какие-то нарушения, дезавуировался весь участок, допустим. И были целые города, Григориополь, например, Сновск, нынешний Щерс, где полностью были аннулированы результаты голосования. Несколько тысяч голосов. Скажите, вот агитационная кампания, как она проходила? Ну, вот, я не знаю, например, партия кадетов, как она вела свою кампанию? Ну, каждая партия строила по-своему избирательную кампанию, хотя, тем не менее, мы видим общие черты, то есть, безусловно, все партии, я имею в виду партии уже, как бы сказать, с традициями, ну, просто партии политические, имевшие свою систему управления, имевшую и, пользуясь термином «редки», и гранит, ядро, и мел, так сказать, околопартийный слой, они все действовали примерно по одной и той же схеме. То есть
на местах принимались, составлялись списки, они утверждались партийными конференциями губернскими, допустим, они согласовывались с Центральным комитетом, со своей стороны ЦК на съездах или на советах партии, как был у эсеров, предлагал список так называемых рекомендованных, а можно назвать их и обязательными, которым надо было обеспечить прохождение. То есть лидеров всех в Москве и в Петербурге избрать не могли. Поэтому, пользуясь тем, что можно было в 5 избирательных округах, их распределяли с учетом возможной проходимости. И желательно, конечно, на первых местах. И в таком случае они, как Чернов, допустим, или Милюков у кадетов, или у Ленина у большевиков, они были, как говорят сейчас, локомотивами, которые тянули за собой список. И во многих случаях это приводило, это встречало противодействие местных. Это интересная как раз материя, потому что она позволяет понять взаимоотношения между центром и партийной периферией. Скажем, в Ставропольском комитете большевиков местные большевики протестовали против включения Сталина и Шаумяна, потому что это не русские фамилии, они... Не пойдут. То есть, ну, у большевиков была более жесткая такая вертикаль, а в других партиях, например, вот по поводу этих паровозов? По-всякому было. Я говорю, что в зависимости от этого можно оценивать, так сказать, степень оппозиционности местных структур. Просто у кадетов все было, конечно, очень четко. Если посмотреть по номерам, то они, как правило, получали первые и вторые номера. То есть у них была отлаженная система давнишняя. Ну, это вообще, так сказать, партия интеллигентская и с, как говорил Милюков, партии здравого смысла, поэтому их это проходило без какой-либо особой борьбы. У других партий, чем они левее, тем, наверное, это происходило все-таки. Тут уже сказывалось, конечно, социальный состав этих организаций, все это было труднее, вероятно, наладить. Просто у каждой из партий был свой электорат. Слово тогда не очень подходящее для той публики, конечно, неграмотный электорат, но свой круг избирателей. Кадеты не ездили, например, в деревню. Они расчетливо работали в городах. Эсеры рассчитывали больше степени на деревню. Большевики, естественно, в городе, в гарнизонах, там они... Там Милюкову нельзя было появиться, например, с его милостивые государи. А будущие победители эсеры, все-таки кто символом партии был в тот момент? Символом партии? Чернов, Аксентьев, Керенский. Нет, Керенский, конечно, уже не был, хотя он и выдвигался, и был избран. Нет, Чернов, пожалуй, судя по тому, что его все-таки и председателем эсеровской фракции выделил Чернов, но... Ну что ж, мы тут сделаем паузу как раз в программе «Эхо Москвы» и телеканала RTVI «Цена победы, цена революции». Ведет ее Михаил Соколов, и в студии доктор исторических наук профессор Лев Протасов. Мы продолжим нашу передачу, разговор об учредительном собрании и его людях после перерыва. В эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI «Цена победы, цена революции». У микрофона Михаил Соколов, со мной в студии здесь, в Москве, профессор Тамбовского государственного университета, доктор исторических наук Лев Протасов. Мы продолжаем наш разговор об учредительном собрании, о людях учредительного собрания и о том, что оно могло бы принести народу тогдашней России. Лев Георгиевич, хотел вас спросить еще об одной силе, это вот эти национальные партии. Обычно о них говорят как-то мало, видимо, потому что их много было. Но, тем не менее, они на выборах в учредительное собрание получили достаточно приличную долю голосов. Что это такое в общем плане? Что вы имеете в виду? Количественные или... Да, количество и что это за партии? По какого направления все-таки они были в основном? Да, это действительно целый анклав, национальные партии, и в общей сложности они, как я припоминаю, набрали примерно 14,5% голосов. Дело в том, что были и чисто национальные партии, и были как бы филиалы российских партий, национальные филиалы, скажем, у эсеровской партии, чувашские эсеры были. Украинская партия социалистов-революционеров, она, правда, была отдельной, самостоятельной, потому что она стояла на позициях автономии и в оппозиции к временному правительству. Вот. Но
17-й год был, конечно, временем подъема национального самосознания, временем, когда национальная интеллигенция становится национальной элитой, и, естественно, вот она в это время переживает период оформления, собираются мусульманские и украинские съезды, создаются национальные партии объединения, вроде, допустим, «Аллах», партии «Аллах». Это Казахстан. Не только Казахстан, и Средняя Азия. Вся Средняя Азия. Мусульманская, да? Практически, uh-huh. Да. Но Средняя Азия, Казахстан, мусульман в общей сложности несколько десятков оказалось в учредительном собрании. Если говорить об их платформе, то она в тот момент, до начала учредительного собрания, она была, пожалуй, такая культурно-территориальная. Дальше этого помыслы не шли. А уже затем, конечно, после того, как произошел переворот октябрьский, и обнаружилось, что большевики берут крест на создание унитарного государства, но это, правда, не сразу все. Тут уже произошел значительный сдвиг. Это было заметно по стенограмме уже учредительного собрания. Ну, к этому времени, правда, надо сказать, и Украина практически уже оказалась в состоянии войны, и украинская делегация прислала только, можно назвать их парламентеров, дюжину депутатов, а всего их было больше 100. Но так влияние национальных фракций, они создали свои фракции, мусульманская социалистическая фракция была, влияние на позицию учредительного собрания было бы очень заметным, безусловно. Скажите, а вот, кстати, что происходило на тогдашней Украине? Вообще выборы там состоялись? Можно ли говорить о том, что учредительное собрание было всероссийским, включая Украину? Да, именно так. Это, безусловно, были общенациональные выборы, и на Украине они состоялись в полном объеме. Не везде они, может, еще до конца выявлены, но, тем не менее, они состоялись везде, включая и Юго-Западный фронт, Юго-Западный фронт, который находился практически на территории Украины, частично и Румынский фронт тоже захватывал территорию Украины. Полностью выборы состоялись. Тут картина была, значит, такой, что поскольку в это время, с начала декабря, фактически в состоянии войны была Центральная Рада и Совнарком, Центральная Рада провела свое, так сказать, делегатское собрание в Киеве, где было принято решение, в общем, послать делегатов в Петроград. Это, главным образом, были украинские эсеры левого толка и левые эсеры, несколько человек. Они приехали в декабре, вступили здесь в переговоры через посредство левых эсеров с совнаркомом. Короче говоря, выясняли перспективы созыва учредительного собрания. Ведь никто же не знал, соберут его большевики или нет. Вот с такими ознакомительными целями. Ну, а дальше, когда они присутствовали вот в небольшом количестве на заседании 5 января 1918 года, они приехали с императивным наказом, который огласил, по-моему, Северов Адоевский тогда, депутат от Харьковской губернии, который, в общем, исходил из того, что Всероссийское учредительное собрание обязано, должно учредить федеративную форму республики. Все остальные акты, все остальные законы будут приниматься украинским учредительным собранием. И были назначены уже сразу же тогда, на начало января, выборы украинского учредительного собрания. Они проходили по такой же схеме, по тем же округам, даже скажу больше. В составе одного из округов Таврического, он и раньше был Таврическим, на выборах учредительного собрания, не входил Крым. Входили только Мелитопольский уезд, какой там еще, Олешковский уезд, ну, Бердянский, короче говоря, Северный уезд. Крым Центральная Рада не рассматривала как часть украинской державы. Забавно, что в Киеве, как писал Шульгин, успешно выступили русские националисты. У него там был какой-то список. А это был единственный прецедент, что ли можно назвать, где русские националисты выступили самостоятельно. Это был Шульгин. И действительно,
в Киеве и только в Киеве, потому что за пределами Киева они уже успеха не имели и ничего добиться не смогли. Из 22 мандатов от Киевской губернии украинские партии получили 20-21 большевики получили. В общем, понятный такой политический выбор в пользу все-таки не независимости, а федерации. Я хотел бы вас спросить, ну вот мы знаем политические результаты, кто победил, победила партия эсеров вместе с своими украинскими союзниками, да, большевики проиграли, левые эсеры тоже не набрали того, что хотели. Ну вот интересно, это общеизвестно. А вот каков был социальный состав учредительного собрания? Можно ли понять, как бы, какие социальные группы лучше всего были представлены во Всероссийском учредительном собрании сейчас? Вопрос резонный, так ответить на него сложно. Дело в том, что не существовало тогда в той России еще полного соответствия между, допустим, сословностью и социальным происхождением и социальным статусом реальным. Поэтому они могли быть крестьянами, но жить в городах. То есть просто в деревне могла оставаться семья или сохранять право на дел в общине. Вот по переписи 1997 года, по-моему, чуть ли не 44% горожан принадлежали к крестьянам. Поэтому здесь надо вот подходить, вероятно, с несколькими измерениями. Но в целом, по тем подсчетам, которые я производил, картина выглядела таким образом. Сословные. Дворяне примерно 20%, чуть больше. Дворяне и, скажем, отнесён к ним служилое чиновничество разночинцев. Так, очень высок был процент духовенства, 8%. Тут, так сказать, особый разговор. Поповичи, дети священников в значительной степени пополняли революционную среду. Ну, подвойские, например. Дальше. Крестьяне, конечно, большинство, 31%. Но рабочих как таковой категории не было тогда в индексации социальной. Будем считать, что они из мещан. Мещане составляли примерно 23%, по-моему, процента, в значительной степени рабочих. Если говорить о, так сказать, принадлежности по иерархии, социальные низы, средние слои, верхи, то картина такая, что у эсеров социальные низы, то есть крестьяне, допустим, мещане, рабочие, это примерно 42%. У большевиков больше было рабочих. Я должен сказать, что вот Ленин ведь специально тогда написал статью, когда он изучил список, который принял ЦК, рекомендуемых кандидатов. Он там особенно возражал против кандидатуры Ларина, только что недавно ставшего большевиком, и заявил о том, что не надо набивать литераторами учредительное собрание, надо избирать рабочих. Поэтому рабочих было действительно там достаточное количество. Но другое дело, можем ли мы считать, допустим, маляра Сапронова или пекаря Игнатова рабочими? Они фактически были партийными функционерами. Да, по происхождению они были из рабочих. Но уже в рабочую среду они не вернулись. А образование? Образование в среднем, так, достаточно приличное было образование. Оно было бы еще больше, конечно, если бы там были кадеты. В этом смысле, конечно, проигрывало учредительное собрание Государственным думам. Да, просто надо напомнить, что кадеты объявлены были партией врагов народа, нет, часть арестована, и многие не попали. Часть, да. Их всего-то было там 17-18 человек. Кадеты очень сильно пострадали от избирательной системы. Если бы они, так сказать, были консолидированы где-то в одном-двух местах, они могли бы рассчитывать на больше. Так голоса распылились и очень много потеряли. Но, тем не менее, вот это количество было. 28 ноября они были объявлены, их руководители были объявлены врагами народа, и ЦК кадетской партии принял решение не в первый день не являться на выборы. Продолжая разговор о образовательном цензе, 20% примерно были с высшим образованием. Другое дело, каково оно, это высшее образование, потому что оно могло быть незаконченным, с перерывами в нескольких вузах, но это была обычная картина. Много было с низшим образованием. Даже один мне удалось, или как это просто так сложилось, выяснить, вроде бы даже малограмотный, что вообще невозможно предположить, законодатель малограмотный, Шнырёв из Алтайского округа. Но когда его арестовывали в 1937 году,
он оказал себя малограмотным. Может быть, это было в целях конспирации? Да. Вот еще один вопрос. Сергей Мулин тут интересовался. Хотелось бы оценки политических предпочтений страны. Выдерживает ли проверку временем миф о России как о традиционно левой нации? Традиционно левой нации. Ну вот социалисты-то были в таком большинстве в учредительном собрании. Да. Это я понимаю. Именно такая постановка вопроса мне, конечно, понятна. И она и сейчас существует. Она идет еще от Чернова, который, выступая в качестве председателя на открытии учредительного собрания, говорил о социалистическом выборе россиян. Она затем идет, продолжена была и эсерами, естественно, настаивавшими на том, что был сделан социалистический выбор. И сейчас она тоже время от времени появляется и в научных кругах, и в политических. Вот. О том, что народ сделал тогда социалистический выбор. Нет, я считаю, что это, так сказать, ревизионистская какая-то необольшевистская, что ли, точка зрения, потому что народ был политически непросвещен, неграмотен. Голосовал он, по сути дела, не за партии, а голосовал он за лозунги, которые ему предлагали. Ему же никто не предлагал социализм. И большевики не выступали под флагом социализма. Ему землю предлагали и мир. Землю и мир, да, вот, собственно, и все. Землю, немедленный раздел земли. И крестьяне так и шли за десятки верст на избирательный участок, потому что существовало представление, что кто не придет голосовать, тот не получит земли. Скажите, а были ли случаи, когда до голосования какая-нибудь деревня просто-напросто на сходе решала, вот все будем голосовать, да, за большевиков? Очень часто так было. Очень часто был сход сельский, принимал решение. Но вот просто на память мне приходит село Садовое из Воронежской губернии, где так сход и постановил. А попробуйте там скрыть, там все друг о друге известно. Постановил голосовать за эсеров. Причем кто проголосует, так сказать, за других, то всякие, я уж не помню, какие там кары. И картина складывается так, вот по материалам, скажем, Тамбовской губернии, где полностью есть сведения о голосовании по участкам. В 90% сельских участков 100% голосовали за эсеров или за большевиков. За 90% за эсеров, 10% за большевиков, но абсолютно все. То есть это коллективный такой коллективный разум. Абсолютно коллективное голосование. Хорошо, вот если мы уже возьмем момент открытия учредительного собрания, есть разные оценки того, как готовились разные партии, большевики то ли к разгону, то ли к попытке, так сказать, убедить учредительное собрание силы в своей позиции вместе с левыми эсерами. Тем не менее, была достаточно массовая демонстрация в поддержку учредительного собрания, и эсеры как-то вот не пошли навстречу собственной военной комиссии, чтобы сделать эту манифестацию как-то, ну, защищенной с помощью воинских формирований, которые могли их поддержать. Как вы думаете, могла бы сложиться по-другому судьба российского вот этого парламента, если бы они приняли другое решение? Нет, я думаю, нет. Нет, уже это безусловно. Даже ведь этому предшествовала уже попытка Гоца, допустим, и Краковецкого вот контрпереворот организовать в конце октября, ноябре. Нет, самое большее, что военная комиссия предлагала, она предлагала убийство Ленина и Троцкого, вывести бронедивизион, там, Измайловский полк. Но большевики, во-первых, все контролировали. Они внедрили своих агентов повсюду. Просто и вообще мне представляется, что это совершенно избыточная акция, расстрел. Он, наверное, какой-то спонтанный характер либо носил, потому что раз есть оружие... Вы имеете в виду расстрел демонстрации большевиками? Да, потому что никакой необходимости, извините за то, что даже с точки зрения большевиков, в этом не было. Удивительно, что Чернов и другие эсеры этот факт обошли при обсуждении всех вопросов. Но это понятно. Они боялись, они поступали как кадеты во Второй Думе. Они хотели сберечь учредительное собрание, не дать повода большевикам. А им повод и не нужен был.
То есть, а решение все-таки большевиками о том, чтобы распустить учредительное собрание, было принято еще до того, как они пришли в Таврический дворец, как вы считаете? Я тут только должен отделить, Михаил, что когда мы говорим о большевиках, мы все-таки не должны всех, так сказать, одной краской, ярко-красной делить. Но там провинциальные... было правое крыло такое, да? Нет, не только правое крыло, это вверху. Провинциальные большевики, уверяю вас, они не были посвящены в эти тонкости. Они совершенно искренне агитировали за учредительные собрания и принимали участие в голосовании. Ну, откуда им было знать об этих, о том, что там происходит наверху? Конечно, это делалось наверху. И 2 декабря было избрано вот это умеренное руководство большевистской фракции. А Ленин потребовал ее сменить, и оно было сменено. Так что, конечно, решение было принято. Другое дело, что сначала большевики попытались изменить состав учредительного собрания. Они, как мы уже говорили, объявили кадетов врагами народа. А еще раньше они издали декрет о праве отзыва, рассчитывая таким образом отозвать эсеровских, правоэсеровских. Но они не право, они фактически эсеры центра. Да-да. Так сказать, изгнать их, изъять их из учредительного собрания. Но из этого ничего не вышло. Я уж не говорю о юридической стороне этого дела. Избирали всем народом, а решение об отзыве принимал совет. Там это была абсолютно, как бы сказать, бесперспективная акция. И они это поняли и отказались от нее. Скажите, почему не встал на учредительном собрании вопрос о том, чтобы в первую очередь создать правительство учредительного собрания, то есть другую альтернативную большевикам власть, опирающуюся на волю народа? Ну, тут я ничего не могу сказать, почему этот вопрос не стал. Вообще, ну, они начали с каких-то с закона о социализации земли, с призывов там начинать мирные переговоры. То есть получается, что большинство учредительного собрания не хотело брать власть. Хорошо. Я в таком случае такой вариант предложу. Большевики, как известно, начали с этого. Они сразу через Свердлова предложили принять декларацию прав трудящегося эксплуатируемого народа. Принять ее или отклонить, это значило полностью определить свою позицию, в том числе и в отношении совнаркома. И здесь, конечно, эсеры понимали, уже после тезисов Ленина 13 декабря, ну, фактически Лениным написанные, о том, что Республика Советов Высшего Учредительного Собрания, как пишет Вишняк, мы были предупреждены. То есть было ясно, что большевики, скорее всего, разгонят. Поэтому эсеры, в основном эсеры, ведь они же составляли большинство, передвинули, отказавшись от немедленного обсуждения, таким образом отвергнуть декларацию прав трудящегося народа, они передвинули ее вглубь повестки дня. Вот я полагаю, это. Они старались уйти от немедленного решения вопроса о власти. Хоть каким-то образом обсудить и принять другие вопросы. Прежде всего, вопрос о земле, потому что тут они рассчитывали. Да, на политическую хотя бы, да, победу. Да. А вот уже ясно было, что учредительное собрание будет разогнано. А были даже предложения от рабочих, например, продолжить заседание под их охраной, там, на Семенниковском заводе, или там назначить заседание где-нибудь в другом городе. Да. А почему не было сделано даже попытки? Нет, или были эти попытки, как вы вот знаете? Ну, были попытки, разумеется, но не немедленно. Это было, вероятно, лишено всякого смысла. Ведь начались аресты. Уже, ну, я не говорю об убийстве Шингарёва и Кокошкина. Кокошкин был главным разработчиком избирательного закона и был убит в Мариинскнице вместе с Шингарёвым. А 9 января в общежитии, где располагались эсеровские депутаты учредительного собрания, прошли аресты и... десятка-полтора, наверное, тех, кто не уехал, не успел уехать, были арестованы. Поэтому межфракционные заседания проходили, и ЦК эсеровской партии, как сказать, ведущей фракции, все-таки около 400 человек, они приняли решение перебазироваться. Речь шла о том, чтобы переехать в Киев и примерно 1 февраля там собраться под защитой Центральной Рады. Но в конце января большевистско-левоэсеровские войска с Михаилом Муравьем вот заняли Киев тогда, и Киев отпал. Ну, то есть только вот эта идея комитета учредительного собрания смогла легализоваться только к лету 18-го года. Да,
политическим соображениям. Получается, да. Вот, пожалуй, к финалу я бы поинтересовался у вас, во-первых, какую биографию члена учредительного собрания вы бы назвали самой экзотической, взяли бы как сюжет для какого-нибудь фильма, например? Я бы сказал, что будь я сценаристом, не один бы сценарий написал, честное слово. Но если из всех, я готов предложить несколько, но, скажем, на выбор, это вот наш российский рокомболь Краковецкий Аркадий Антонович. Ох, это триллер. Можно назвать несколько вех? Значит, потомственный кадровый военный. В Варшаве он был членом военной организации, входил, по-моему, во Всероссийский союз офицеров флота, был арестован, лишен чинов, званий и так далее, отправлен в ссылку в Сибирь, вернее, на каторгу сначала, потом освободился, в ссылке он наладил обучение военному делу, теории, конечно, теоретическое, ссыльных. Из-за подпоручиков, когда произошла февральская революция, Керенский его произвел в подполковники. Он сначала был помощником командующего Иркутского военного округа, но это маленький округ. Потом он перебрался в Петербург, в Петроград, простите, принимал участие в партийных съездах, стал помощником командующего войсками округом полковника, то есть он принимал участие в борьбе с большевиками. На этом на учительном собрании, естественно, его уже не было. Дальше он едет на Украину. Там организовывает, вероятно, готовясь к учительному собранию, там организовывает переправку сибирских полков в Сибирь для отпора большевикам. Уже договоренность с Центральной Радой была. Потом он в Сибири. Военный министр правительства, эсеровского правительства Дербера. Потом он с большевиками? Потом он у Семенова, у атамана. А потом с большевиками? Потом он к Колчаку. Намерен был прислониться, но тот его не принял, и в конце концов Краковецкий участвовал вместе с генералом Гайдой чешским, поднимал мятеж против него. Потом он с большевиками помогал устанавливать советскую власть в Приморье, с чехами перебрался в Европу, там он вел прокоммунистическую пропаганду, вернулся в СССР уже, стал большевиком, был полпредом, и так далее, и тому подобное. Да, вот такие вот судьбы и люди учредительного собрания. Сегодня в студии программы «Цена победы, цена революции» был профессор Лев Протасов, вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.